Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как подключить и настроить наушники в том случае, если вы подключаете их в разъем для колонок. Как видите, у меня на компьютерном столе нету колонок, есть только наушники. И подключаю я их в разъем для колонок. То есть сзади, напрямую к материнской плате. Потому что если подключить их вот здесь, сверху, то звук будет хуже. Тут рядом, помимо разъема для наушников, еще есть и разъем для микрофона. Если туда подключить микрофон, то звук из этого разъема пишется только в один канал, в левый или правый, я уже не помню. А если подключить к материнской плате, то звук пишется в два канала, и в левый, и в правый. То же самое с наушниками. Если подключить их здесь, то звук слышно становится хуже. А если подключить к материнской плате, то звук приятнее и лучше. Все потому, что здесь какая-то дополнительная плата стоит, которая соединяется проводами уже с материнской платой. А там сзади оно сразу напрямую подключается к материнской плате, в которой уже встроена звуковая карта. И поэтому там звук лучше. Но при таком подключении еще нужно настроить подключаемое устройство в диспетчере звука. И сейчас я покажу вам, как это сделать. Получается, что когда вы подключите наушники к материнской плате сзади, то вам нужно будет их еще дополнительно настроить. Для этого вы открываете диспетчер звука. У меня это Realtek. Если у вас другой диспетчер звука, то вам тогда надо будет поискать в нем, где находится настройка панелей. А если же у вас такой же диспетчер звука, как и у меня Realtek, то тогда у вас будет такое же окошко или немножко другое. И у вас будут здесь вот отображены панели, задняя и передняя. На передней у нас может быть микрофон и наушники. А на задней у нас может быть много всяких разъемов, но нас интересует тот, в который подключаются динамики. Наведя на него мышку, нажимаем правую кнопку мышки, и у нас открывается такое окошко, в котором мы выбираем смену назначения разъемов. После чего у нас открывается окошко, где написано, что в этот разъем идет выход на передние динамики. И мы переназначаем его, говоря о том, что это у нас наушники. Нажимаем ОК. И после этого в этот разъем будет выводиться звук, как на наушники. Когда вы это сделаете, вы сразу в наушниках заметите разницу. Звук станет немножко погромче. Хотя, если, например, записывать звук, то есть если я бы сейчас записывал звук и сменил бы разъем, ничего бы не произошло, вы бы ничего не услышали, потому что когда идет запись, звук берется из источника звука. Меняется он лишь только на выходе из разъема. То есть в компьютере он остается таким же, как и был, а меняется на самом разъеме, на выходе из разъема. То есть на подключенном устройстве звук меняется. И сменив вот таким вот образом разъем, вы услышите разницу в наушниках, звук станет немножко погромче. Вот. И в этом и заключается настройка подключаемых наушников в разъем для динамиков. Вот. Так что такая вот настройка. Ну, а на этом все. Всем покедова.